Биполярочка – это плохо. Но сегодня я понял, что есть исключения. Типа, я давно уже отказался от пародий, да, я сказал, что мне это больше не интересно. Вот, но сейчас я понимаю, что, блядь, как же мне хочется. Я пересмотрел на Пушман пародию, одну только. И я так зарядился, это так, не знаю, улыбчиво. Я прям смотрел и улыбался, как долбоеб. Вот. Прикольно. Я думаю, просто делать пародию ради пародии — это полная хуйня, вы все прекрасно понимаете. Ну, типа, у меня, я не помню ни одной пародии, которую я делал ради того, чтобы, ну, типа, въебать просмотров. Тому подтверждение — это Картер Марьяны Ро или, допустим, Жух 2.0, который все, ну, все ждали. Все, у нее все комменты были, когда он выпустил 2.0 в Жух, все были разъебаны, эти самые комменты о том, что ждем пародию Дани Кашина. Все, все уже собрались, ну, купили попкорн и ждали. Но я это не сделал принципиально. Во-первых, потому что, ну, это было неплохо. Это не хорошо и не хуйня, вот где-то так. И в первую очередь я сделал для того, чтобы... Не сделал. Для того, чтобы показать, что мне... Ну, типа, просмотры нахуй не нужны. Я уверен, что там было миллионов, может, 20 просмотров, но я это не сделал. Потому что пародия, в первую очередь, мне нравится. Ну, типа, я об этом писал уже, по-моему, то ли в Телеграм-канал, то ли в Твиттер. По-моему, в Твиттер. Что для меня пародия музыкальная – это та самая золотая жила, чем мне, ну, нравилось заниматься. Потому что я люблю делать музыку, и я люблю кривляться. Да, и типа, это, ну, та самая золотая середина, которая, которая мне нужна была. Вот. И это я все к чему, что типа, блин, вот, ну, я бы сделал сейчас что-нибудь смешное, прикольное, но не на кого. Ну, что-то все какая-то хуйня. Или, может, я может, просто не увидел. Вот, ну просто ввожу вас в курс, что, возможно, что-нибудь когда-нибудь я сделаю. В конце концов. В конце концов, YouTube-канал у меня для того, чтобы я занимался всем, чем захочу. Вот, я, по-моему, сделал все для этого. Так что, если когда-нибудь я ее сделаю, эту пародию на что-то, вот, то... Не смейте на меня выебываться. Блять, просто, как говорил великий человек Кизару, делай все, что хочу, вхожу в эту суку, бля, она скачет сверху, бля, а все эти рэперы, фу. Вот. По поводу планов. Сейчас будут дикспоты заниматься альбомом. На самом деле, хуй знает. Я... Давно, ну типа я не кладу хуй на канал, просто нету того, чем реально хочется заниматься, чем я горю, кроме альбома и лейблом своим. Вот, мне естественно отчасти стыдно перед своими зрителями, что я их не радую какими-то подгонами, ну на видосами. Но с другой стороны, схуяли, типа если, ну я всегда был такой политики, придерживался такой политики, что если люди на меня подписаны, то значит им интересен я, а не то, что я делаю. Потому что у меня не было определенного формата, который очень долго держался, да, на котором там, ну, к примеру, там плюс 100-500 макс, у него там вся аудитория только плюс 100-500 любит. Или там шкала блогера Нефедова, я не знаю, что пример привести. Ну, типа, у меня нет такого формата, который привязан, вот, ради которого все подписывали. Все подписывали, потому что я Данила Кашин. И это, блядь, пиздец как льстит. Вот. И возвращаюсь к своей изначальной мысли, что какого хуя? Люди на меня подписали, значит, им интересно все, что я делал. Будь то это рэп-песни или танцевальный лейбл, или пародия. Какая нахуй разница? Типа, если я берусь делать какой-то продукт, я делаю прям максимально, ну, как я могу? Максимально охуенно. Я не сплю, вы сами прекрасно знаете. Не сплю неделями. Вот.
Но я делаю это охуенно. В первую очередь для себя, потому что это какое-то успокоение себя, что я сделал это не на отъебись. Вот, если я делаю что-то на отъебись, что бывает довольно-таки редко, очень редко, вообще там прям по пальцам перечислять, я это вообще даже вспоминать не хочу, мне противно. И стараюсь сделать так, чтобы впредь такого не повторилось. Вот. Так что, такая хуйня. Это по планам. Так что, если что-то будет, то ждите. Просто хотел поделиться мыслями. Вот. Время 5 утра, нихуя не сплю, потому что с тура приехал же. Режима там нет так такового, потому что мы спали от концерта в концерт. Вот. Но нет режима определенного. Так что поэтому я весь вот такой хожу по квартире и так далее. Альбом клевый. Мне нравится, реально. Вам тоже должно быть понравиться, потому что, опять же, звук. Делаю звук такого, которого вообще нету. Пока что нету. Что-то у меня есть прогнозы, что это будет будущее мода. Что огорчает. Вот. Но получается клево. Ну, по крайней мере, потому что я, ну, типа, надумал. Вот. Я еще, естественно, ничего не записывал. Есть только биточки. Причем жесткие биточки. Там и пацаны с Дикспота подгоняют. Аранжировки какие-то. Я сам делаю во всех случаях практически. Вот. Ну, клево. Я доволен. Вот. Так что это самое, поросята, не теряйтесь там. Меня не теряйте. Вот, ну в Твиттер подписывайтесь, я там всегда ебанину всякую пишу, там на Инстаграм, если вы кто-то не подписан, совесть имеете, что за хуйня, в смысле на Инстаграм не подписан, вам ебало разбить что ли? Вот, извиняюсь, конечно, за базар в другом городе. Вот, не знаю, короче, я думаю, вот, всем доброго утра.